Орловчане 75-ю годовщину Сталинградской битвы отметили хороводами и народными гуляниями. Организаторами такого праздника стали «Орловские вечерки». Сегодня мы также совмещаем подготовку к масленичным гуляниям. 18 февраля на Центральной площади будет открытие городских гуляний и клуб «Вечерки в Орле». Имеют честь принять участие как раз-таки вот в этом самом главном мероприятии – открытие праздничных городских гуляний. Также для участников акции и горожан на площади развернула работу благотворительная ярмарка. Народные умельцы представили сувениры с символикой региона, вышивку в стиле «Орловский спис», травяные сборы и поделки из глины. Все желающие могли также отведать и приобрести бездрожжевой хлеб на закваске по старинному славянскому рецепту. Средства, вырученные от торговли, орловские мастера обещали передать на восстановление гусельной мастерской «Мир гуслей».